Всем привет! Вы на канале Кира Чена. Ну что, мы сегодня проводим розыгрыш, и мы сейчас узнаем, кто же у нас победил, кто у нас 5 победителей. Итак, мы объясняли наши условия. В розыгрыше участвуют все наши подписчики, которые написали сообщение в нашем ролике за 30 августа. Итак, с помощью программы «Рандом» мы сейчас определим, кому же достались конфеты Тафифи. Это первый наш победитель. У нас в розыгрыше 17 участников. Мы очень удивились, но их только 17, а подарков 5. Так что всем хватит. Итак, мы начинаем. У нас в розыгрыше участвует 17 подписчиков. Так что мы набрали от 1 до 17. И сейчас определим. Итак, у нас под номером 6 наш победитель, который получает конфеты Тафифи, это Смайл Смайл. Мы поздравляем. Это наш первый победитель. Так, Дима, подожди, нам дальше нужно теперь определить. Мы еще раз генерировали наши числа. И это у нас сейчас будет десятый участник. Десятый — это у нас подписчик Дима Великий. Мы поздравляем Диму Великого. Он у нас получает вот такие вот прекраснейшие вкусные конфеты Харибо. Это наши мороженки. Итак, будем определять нашего третьего победителя. Наш третий победитель — это наш подписчик Дима и Мама. И они получают такие прекраснейшие конфеты Харибо. И на этот раз это уже мишки. Вкусные, разноцветные. Ням-ням. И очень вкусненькие. Ням-ням. Итак, будем определять нашего четвертого победителя. Это у нас будут конфеты Дисней. Наш второй победитель — это Алла Л. Наш подписчик Алла Л, который получает вот такие прекраснейшие, вкусные, шоколадные конфетки. Ах, вкуснятина! Мы поздравляем всех наших подписчиков, все, кто участвовали в розыгрыше. Большое вам спасибо. А наши победители, большая просьба, для того, чтобы мы нашли вас, чтобы мы знали, куда отправлять наши подарки, вам необходимо с нами связаться. Вы заходите на наш канал, в закладке «О канале», там есть электронная почта. Сбросьте нам сообщение, куда вам нужно отправить подарок, и ждите нашего подарка. Ну что, Кира, что мы теперь всем скажем? Всем пока, подписывайтесь на канал Кира Чен. До завтра!